Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с мужем готовим булгур плавы. В общем, говори, что мы будем делать? Evet, bugün bulgur pilavı yapacağız. Bulgur pilavı derken kullanacağımız malzemeler pilavlık bulgur. Bulgurumuzu ıslattık şu an yumuşaması için. Sonrasında soğan kullanacağız, biber kullanacağız ve domates kullanacağız. Делаем с острым перцем, но вообще кто как хочет, кто как любит, это без разницы. Булгур — это обработанная кипятком и высушенная пшеница. Называется булгур. Вот сейчас мы через ситечко это все сольем, чтобы вся вода ушла, чтобы осталась только сухая крупа, без воды лишней. Так вот. Кстати, заливаем кипятком. Заливаем кипятком. Насыпаем булгур, в общем, заливаем кипятком. Немножечко ждем минут 10-15. Ну, вообще, чем больше, тем лучше. И потом через ситечко. Ну вот, мы вот такой используем. Высыпаем, излишки воды уходят, и все. Что мы делаем? Мы сначала закидываем, наливаем немного масла. Evet, soğanları şu an koyuyoruz. Soğanları bu şekilde kavuruyoruz. Soğanları öldüreceğiz. Arkasından da biraz soğanlar öldükten sonra da biber ilave edeceğiz. Daha sonra domatesimizi. Evet, şimdi biraz ölmesini bekliyoruz soğanlarımızı. Evet, soğanlarımız yarı yarıya öldü sayılır. Üzerine hazırlamış olduğumuz, doğramış olduğumuz biberlerimizi ilave ettik. Biberlerimizin de biraz bir kavrulmasını bekleyeceğiz. Sonrasında da domateslerimizi ilave edeceğiz. 3 минуты после лука закидываем перец и следом закидываем помидор. Evet, biberlerimiz de biraz yumuşamaya başladı. Şimdi arkasından domateslerimizi de atacağız ki hepsi beraberinde aynı pişkinliğe ulaşsınlar diye. Bu bir nevi pilavımızın sosu olmuş olacak. Все, мы закинули помидорки. Ну, это получается вроде как соус для булгура. Но мы будем вместе с булгуром его перемешивать, правильно? Evet. Вот, сейчас обжариваем. Пока оно все... Пока помидор, да, не размякнет. Угу. Да. Вот. Обжариваем до тех пор, пока помидорка совсем не размякнет. И, в общем, все более или менее такую однородную массу не превратится. Да? Evet. Evet, şimdi yaklaşık bir 10 dakika falan sürmüştür sosumuzun hazırlandı. Üzerine şimdi bunun biraz salça atıyoruz. Evet, salçamızla beraber biraz karıştıracağız. Тоже скажи, любимый. Мы что-то делаем. Русский. Прошло 10 минут, как мы закинули помидорку. Сейчас мы закинули 3 ложки салчи. Салча — это наподобие нашего томата, только с перцем. С помидором. И помидором, да. И сейчас все это перемешиваем и ждем. Нет, сейчас ждем, не ждем. Будем сейчас булгуру добавляла. Все, прошло 2 минутки, как мы закинули салчу. Сейчас мы будем закидывать булгур. Evet, булгурumuzu üzerine döktük.
Şimdi karıştıracağız bu şekilde. Дай, дай, нельзя тебе, дай, дай. Evet, şimdi arkasından suyumuzu ilave ediyoruz. Hazır kaynak suyumuz var. Suyumuzu ilave ederekten pilavımızı demlenmeye bırakacağız. Biraz kaynadıktan sonra. Добавляем немножечко воды. Горячей. Вот так вот, чтобы закрыло плов. Evet. Herkes tabii ki dilediği kadar tuz atabilir. Солим. Ну. Evet, böyle karıştırıyoruz, bekleyeceğiz. Pilavımızın demlenmesini. Bakalım tabağımızda nasıl duracak. Damağımıza nasıl hitap edecek göreceğiz. Все, мы залили кипяточком. Теперь закрываем крышкой, да? Ну да. И ждем минут 10, потом смотрим и перемешиваем. Смотрите, 10 минут прошло. Уже плов впитал в себя почти всю воду. Evet, şimdi suyunu çekti. Pilavımızın kapağını kapayacağız ve güzelce hava almayacak şekilde pilavının kapağını kapatacağız ve yaklaşık bir 15 dakika olmasını bekleyeceğiz. 15 dakika sonra artık tabaklarda yemeğe hazır olacak. Все, мы перемешали, сейчас оставляем на минут 15. Он будет как бы там париться, тушиться, готовиться, и через 15 минут он уже будет полностью готов. Вот такой плов получился. Мы разложили по тарелочкам. Очень рассыпчатый. И на вид очень вкусный. Будем сейчас пробовать.